Всем привет, друзья, товарищи. Быстрый обзор нашего жилища в республике Карелия, вблизи горного парка Рускеала. Вот этот номер, он считается с балконом, хотя это первый этаж. В общем, заходим, смотрим. Это деревянный сруб, две кровати, столик, два стула. Очень теплый номер, я бы сказал, даже жаркий. Вот батарея, в общем, она очень горячая. Здесь же есть Wi-Fi роутер, люстра и два светильника. И очень небольшой санузел вместе с душевой кабиной. Но он очень вместимый и удобный. Все хорошо. Вода питьевая прямо из-под крана, потому что здесь своя скважина. В общем, все супер. Двери закрываем и получаем вот такой отличный номер. Всем хорошего дня, отличного настроения. Гостевой дом Карел. Бронируйте через Booking, получайте скидки. Всем пока.